Всем бодрого времени суток. Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Для начала хотелось бы поздравить женскую половину зрителей моего канала с 8 марта. Вот вам, сранхулька. А теперь давайте, не задерживаясь, к самой теме видео. Так как, если взять временной отрезок всего существования кей-попа от его зарождения до сегодняшнего дня, я относительно поздно познакомилась с индустрией. Начала я знакомиться с кей-попом в начале 19 года примерно. И, соответственно, я наблюдала вот дебюты групп уже 4-го, соответственно, поколения. Ну и, естественно, слушала то уже, что существует на рынке данной индустрии. Но все-таки я поняла, что у меня есть некоторые дыры в познаниях некоторых групп более ранних поколений, то есть, естественно, те группы, которые знают все, которые всегда на слуху, у которых большая аудитория, большие фандомы, естественно, эти группы я знаю, такие как BTS, Stray Kids, там, я не знаю, EXO, SHINee, но иногда все-таки я натыкаюсь на клипы каких-то групп, которые, ну, я, получается, уже 4 года слушаю кей-поп, но даже на сегодняшний день я нет-нет натыкаюсь на работы групп, которые я, в принципе, ни разу и не слышала. Ну, может быть, название я где-то и видела, но если вот так вот посмотреть на группу, я понимаю, что я там ни одного знакомого лица не вижу. И, соответственно, появилась у меня такая идея, которую я, собственно, и озвучила в прошлом месяце у себя в телеграм-канале, что я хочу запустить на канале новую рубрику. И смотрите, в каком формате это будет. Это будет в формате стрима на платформе Twitch. Где-то дней за 5 у себя в телеграм-канале я буду выкладывать пост с голосованием, в которых будет представлено 5 групп, которые будут объединены каким-то общим знаменателем. Допустим, это мужские группы 2-го поколения или женские группы 3-го поколения. И путем вашего голосования мы будем выбирать группу, которая будет, собственно, посвящен стрим в этом месяце. Что будет происходить на этом стриме? Мы будем знакомиться с составом группы, как кого зовут, как кто выглядит, что это вообще за агентство. Посмотрим какие-то самые популярные работы данной группы, послушаем какие-то бисайды. Допустим, если вы знакомы с творчеством данной группы и знаете, что, допустим, где-то в недрах интернета существуют какие-то очень смешные нарезки из жизни мемберов, вы можете скидывать данные материалы, и мы вместе посмотрим эти видео, посмеемся. В общем, такое знакомство. Сразу оговорюсь, это не означает, что данная рубрика будет посвящена изучению исключительно каких-то старых групп. Все мы понимаем, что сейчас в 4-м поколении дебютирует архиогромное количество разных групп, и просто физически ты не успеваешь за всеми следить, со всеми группами знакомиться, а возможно, ты пропустил каких-то своих потенциальных биосов. Вот, поэтому будем нет-нет время от времени изучать и новые группы. А начать эту рубрику мне бы хотелось лично с изучения женских групп где-то 10-15 годов, может быть, пораньше. На тот момент, когда вы будете смотреть это видео, в телеграм-канале уже будет выложен пост, где будет конечный список 5 групп, которые я еще не до конца решила, что же там за группы будут. Ну, в общем, когда вы это посмотрите, там уже мой выбор будет сделан и останется выбор за вами. Почему именно с девушек я решила начать? Потому что, ну, во-первых, сейчас март, начало весны, и почему, собственно, у меня появилась эта мысль про изучение групп старых. Если, например, с мужскими группами у меня ситуация попроще, да, я какие-то группы не знаю, но все-таки как бы мужской дивизион я знаю достаточно хорошо, даже из старых поколений. Ну, с оговорочкой, что и все равно найдутся те, о ком я и не слышала, возможно, ни разу. Вот. А вот с женской половиной кей-попа у меня все крайне сложно. Начнем с того, что, как я уже много раз говорила, мне немножечко... Ну да. Скажем, немножечко не нравится специфика женского кей-попа, хотя сейчас, вот буквально с прошлого года, тенденции, которые изменились, мне очень сильно нравятся. Но все равно я натыкаюсь на какие-то группы, вот достаточно старенькие, где мне реально нравится тот контент, который они выпускают, и хотелось бы вместе с вами познакомиться с ними, изучить, что у них там в репертуаре еще есть, потому что я там, может быть, на пару треков наткнулась, их добавилась, а может быть, у них там ого-го какой репертуар отличный, а я вот из-за своей какой-то принципиальной позиции местами пропускаю мимо и лишаю себя возможности наслаждаться какими-то очень замечательными композициями. Поэтому в это воскресенье, 12 марта, на Твиче
в 18:00 по московскому времени мы запустим первый стрим в данной рубрике. Вот. Еще раз напоминаю, в телеграм-канале моем уже лежит пост с голосованием из 5 групп, поэтому бегите быстрее. Ссылочка на телеграм-канал в описании. И если вы хотите принимать участие в данной рубрике, сидеть с нами на стриме, очень ламповым, кстати, то залетайте, голосуйте и ждите, когда наступит воскресенье. Также, кстати, в описании под этим роликом есть ссылочки на Twitch. Сразу залетайте на Twitch, подписывайтесь, чтобы в воскресенье, если вдруг забудете, не пропустить уведомления о старте стрима. Также там есть ссылочка на наш очень классный, обожаю наш чатик зеленого беспредела в Телеграме. То есть есть просто Телеграм-канал, где я выкладываю посты. Ну и там мы, конечно, можем дискутировать в комментариях под постами. Но все-таки такой свободный диалог у нас именно в чатике. Очень уютно там. Залетайте. Будем знакомиться, общаться и вот. Что ж, а на этом будем закругляться. Всех вас жду в телеграм-канале. Мне важен голос каждого, мне нужен голос каждого. И встретимся с вами на Твиче в воскресенье 12 числа в 18:00 по московскому времени. И в чатик наш тоже залетайте. Мы вас будем ждать. Всем пока-пока.